планшет iPad mini нового поколения будет использовать старый дизайн. В этом году компания Apple должна представить новый iPad mini, а также новую модель обычного iPad. Если верить аналитику Min-Chi Kuo, модель iPad впервые за свою историю получит экран диагональю не 9,7 дюйма. Если точнее, она увеличится до 10,2 дюйма, так что можно рассчитывать на изменение дизайна. А вот новый iPad mini, похоже, внешне останется прежним. На это указывали ранее утечки, а теперь об этом же говорит Insider on Leaks. К нему попали файлы CAD с дизайном грядущей новинки, где хорошо видно, что изменений нет. Лишь микрофон переместится на новое место. Инсайдер отмечает, что не уверен, что источнику можно доверять на 100%, но это хорошо согласуется с ранними данными. Да и вряд ли спрос на iPad mini достаточен, чтобы Apple решилась потратиться на разработку нового устройства.